Подтверждением оплаты проезда в общественном транспорте всегда был бумажный билет, который выдавал кондуктор. С 1 июля ивановские автобусы и троллейбусы обязаны перейти на новый формат работы. Привычных бумажных билетиков из рулона больше не будет. Это связано с переходом на онлайн-кассы и изменениями в законодательстве, которые коснулись применения контрольно-кассовой техники. Информация о каждой оплате проезда теперь будет фиксироваться в кондукторском терминале и в режиме реального времени отправляться в налоговую инспекцию. Вместо типографского билета пассажир получит документ другого образца, визуально похожий на чек. А контрольный билет будет формироваться с использованием посттерминала, то есть печататься на чековой ленте в присутствии пассажира. И кондуктор будет обязан получить деньги, распечатать этот контрольный билет, передать его пассажиру. В соответствии с законодательством, пассажир сможет на сайте оператора фискальных данных при необходимости получить свой кассовый чек.